История с установкой столба посреди дороги в Нижнем Новгороде превращается в какой-то сатирический детектив, где никто ни в чем не виноват. Вчера мы показали, как на улице Нарта установили столб. Его воткнули прямо посреди пешеходной дороги, там, где ездит мама с колясками, велосипедисты, люди на самокатах. Причем раньше этот столб со знаком стоял на обочине автодороги. Был всем виден, никому не мешал, но при благоустройстве улицы Нартова его зачем-то перенесли. Зачем это было сделано, мы пытались выяснить вчера в городской администрации, направив туда официальный запрос, но в пресс-службе мэрии заявили, что к установке этого столба и знака отношения не имеют. Более того, после того, как сюжет об этом вчера вышел в эфир и был размещен в разных социальных сетях, мэрия Нижнего Новгорода со своего официального аккаунта стала публиковать комментарии к нашему сюжету о том, что информация об установке знака сотрудниками администрации Нижнего Новгорода не соответствует действительности. Но правительство области стало разбираться и выяснилось, что столб посреди дороги был установлен подрядчиком именно по указанию Департамента транспорта городской администрации. После этого разбирательства комментарии, размещенные с официального аккаунта Нижегородской мэрии о том, что это не они столб установили, были удалены автором. Ну а сегодня представители Департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода приехали и удалили столб с середины дороги и поставили туда, где он был ранее, на обочину автодороги. Причем местные жители, наблюдавшие ранее установку этого столба посреди пешеходной дороги, вспоминали, что предупреждали работников о том, что ставят они столб совсем не в том месте. Я им предупредил, что трактор проходит зимою, очищает тротуар, но они все равно так и поставили. Потому что они говорили, что это мы вставляем по проекту. Я не знаю, какой, кто составил их на проект. Какой-то дурак, наверное, составил этот проект. А после сегодня, как пришли, туда поставить. Установкой знака занималась администрация города, оказывается. И когда им задали вопрос, почему они именно так установили знак, они сказали, что это не мы. Как вы думаете, почему? У нас люди, которые у власти, всегда боятся брать на себя ответственность за свои деяния. Вот и все. Кто-то занимает определенную должность, переживает за то, что может ее лишиться. Так легче поддерживать свой статус, не признавая своих ошибок, чтобы люди не начинали указывать на другие какие-то вещи. Думаю, стыдятся, потому что, мне кажется, всем людям было понятно, что знак должен быть расположен в другом месте. Кстати, сегодня же мы снова направили запрос в пресс-службу Нижегородской мэрии с просьбой все же пояснить, почему столб был установлен посреди дороги, почему сегодня был перенесен и почему вчера заявлялось, что городская администрация к этому отношения не имеет. Но ответа ни на один вопрос мы не получили. Единственное, что нам сообщили, знак перенесен.